Международный фестиваль по водному поло среди мальчиков и девочек «Хававаба» стартовал сегодня. Здесь собрались команды из Беларуси, России, Украины и Польши, Литвы и Латвии, Азербайджана. Площадкой для проведения спортивного мероприятия стал Брестский дворец водных видов спорта. Фестиваль водного поло, фестиваль игры на воде с мячом. «Хававаба» – это аббревиатура этого фестиваля, расшифровывается достаточно понятно всем. Это «Happy Baby Water Ball», то есть «Счастливые дети, вода и мяч». Это основные критерии фестиваля, основной его лозунг. Это особое мероприятие, которое должно нести радость и прививать любовь к этому виду спорта для детей в будущем. Порядка 300 спортсменов принимают участие в турнире. По правилам соревнований участники должны подходить под две возрастные категории – 11 лет и моложе, а также 13 лет и моложе. В водных баталиях испытывали свои силы и боролись за призовые места 20 команд. Международный фестиваль по водному полу среди мальчиков и девочек проводится в Беларуси впервые среди стран СНГ. До этого такой спортивный праздник проходил только в Канаде, Италии и Греции. То, что проводит в Беларуси вот этот фестиваль, это впервые во всем СНГ. Поэтому вот все это значимость показывает сама по себе, что Беларусь, Брест проводит этот фестиваль. А Беларусь берет на себя это проводить. Очень прекрасно, проводит на высоком уровне. Это мероприятие значимо не только для города Бреста и Брестской области. Это значимо и для всей Республики Беларусь. Это начало развития. Вернее, новый этап развития детского водного поло в стране. Участников и гостей фестиваля, жителей Бреста и всех желающих ждут во Дворце водных видов спорта. Насыщенные зрелищные состязания будут проходить здесь еще два дня. Ирина Кузьмич, Павел Малашонок, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.